Хотел бы рассказать про классическую двойку Jack Cross. Для удобства разделим на несколько частей. Общая работа в атаке, работа в случае защиты. И четвертая часть это, скажем так, на основе этой двойки близкие действия. Итак, во-первых, ключевые моменты, которые нужно понимать. Выполняем в ритме и раз с ускорением, как мы уже рассматривали, не раз, два, а равно ускоренное действие и раз. Если мы работаем с опущенных рук, начинаем действие, то в момент нанесения первого джеба рука поднимается вверх, откуда и наносится кросс. Раз. Ускорение обязательно. Отрабатываем это на входе, на выходе, на развороте за счет передней ноги, то есть разворачиваемся на передней ноге, работаем двойку. Отрабатываем за счет поворота на задней ноге. Выполняем для погружения в тело это через бёрпи, то есть через лечь встать, опять же, во всех четырех направлениях. Например, вперед, влево. Право. И самый сложный вариант это назад. Через любое плечо. То есть не привязывайтесь только к одному плечу, только через это или через это. Вы не должны от этого зависеть. Независимо от предпочтения так и левшой. И желательно даже начинать с непривычной позиции. То есть отработали с непривычным вариантом и потом уже вернулись необходимо. Подсобные упражнения мы уже рассматривали ранее. С гири, с гантелями и по мешку. Перейдем к следующей части.